Савойская капуста. Классификация разнообразия. Савойская капуста относится к семейству капустных Brassicaceae, виду капуста огородная Brassica oleracea, разновидность сабауда. Также к виду капуста огородная oleracea относятся кальраби, брокколи, кочанная капуста, брюссельская капуста, кудрявая капуста и цветная капуста. Савойская капуста характеризуется кудрявым либо гофрированными листьями, составляющими кочан немного меньшей плотности по сравнению с кочанной капустой. Различают весенние и летние сорта савойской капусты с менее плотными листьями и кочаном. Савойскую капусту с очень объемной головкой для хранения. И зимнюю савойскую капусту с легким и зеленым кочаном. Опыление. Опыление всех видов капусты, относящихся к виду капуста огородная, Brassica oleracea, одинаково. Цветки у вида капуста огородная, Brassica oleracea, обоеполые, то есть имеют мужские и женские органы. Но в большинстве случаев они автостерильные. Пыльца одного растения может оплодотворить только другое растение. То есть растения аллогамные. Чтобы опыление было возможным, растения необходимо выращивать группами. Насекомые являются основными опылителями, что обеспечивает большое естественное разнообразие вида. Все подвиды капусты огородной, Brassica oleracea, скрещиваются между собой. Поэтому нужно избегать выращивания семенных растений разных типов рядом друг с другом. Чтобы сохранить сортовую чистоту, рекомендуется отделить один сорт вида капусты огородной от другого дистанции в 1 километр. Эту дистанцию можно сократить до 500 метров при наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как изгородь. Практикуют сортовую изоляцию благодаря ульям с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Или же с москитными сетками, которые открывают поочередно. Смотрите о методах изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития савойской капусты. Савойская капуста – это двулетнее растение, которое развивается в первый год вегетации одинаково, как для производства семян, так и для потребления в пищу. Она производит свои семена на второй год жизни. Для хорошего генетического разнообразия вам нужно выбрать 10-15 семенных растений,
Производство семян этой капусты осуществляется со здоровых и сильных саженцев, за которыми наблюдает на протяжении всего периода роста. Это позволяет изучить все характеристики сорта. Отбирают самые крепкие головки, которые соответствуют критериям требуемой селекции. Быстрое формирование кочанов, регулярный и интенсивный рост, хорошая сохранность, скороспелость, морозостойкость, устойчивость к болезням. Также выбирают растения, которые имеют типичную форму кочана для данного сорта. Остроконечную, плоскую или круглую, краткий стебель, хорошую корневую систему, вкус и цвет. Савойская капуста намного более морозостойкая, чем другие представители капусты огородной, и выдерживает очень низкие температуры, даже до минус 15 градусов Цельсия. Большинство разновидностей могут зимовать без укрытия. Другие методы зимовки и культивирования савойской капусты второго года вегетации такие же, как и для капусты кочанной. Сбор, извлечение, сортировка и хранение семян капусты огородной «Брассика олероссии». Семена капусты дозрели, когда капсулы-стручки становятся бежевого цвета. Семенные стручки очень сухие. Это означает, что они очень легко открываются при созревании и рассеивают свои семена. В основном стебли не дозревают одновременно. Чтобы не терять семена, можно их собирать по мере зрелости стебля. Можно также собрать растение целиком, не дожидаясь полного созревания всех семян. Для завершения процесса созревания семян важно их высушить в сухом и хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей. Семена капусты готовы к удалению, когда семенные стручки можно легко открыть вручную. Для извлечения семян их нужно выложить на брезент или плотную ткань перед тем, как колотить или растирать руками. Можно также наполнить стручками мешок и колотить по мягкой поверхности. Большие объемы стручков можно топтать ногами или проехаться сверху. Стручки с несозревшими семенами плохо открываются. Они, скорее всего, будут плохо прорастать. Для сортировки семян используют крупное сито для удаления всех отходов, а семена попадут в какую-либо емкость. Потом нужно повторно просеять другим ситом, которое пропускает мелкие отходы, но не семена.
необходимо семена провеять, то есть вентилировать, продувая самостоятельно или с помощью ветра для избавления от остаточных отходов. Все семена вида капусты огородной, Brassica oleracea, очень похожи между собой. Поэтому очень тяжело отличить, например, семена кочанной капусты от цветной капусты. Большое значение имеет маркировка семенных растений и собранных семян с указанием вида, сорта и года сбора овощной культуры. Для хранения семена оставляют на несколько дней в морозилке, чтобы уничтожить паразитов. Семена капусты способны к прорастанию на протяжении 5 лет. В то же время они могут сохранять всхожесть до 10 лет. Эту способность к прорастанию можно продлить за счет хранения при низкой температуре. 1 грамм семян состоит из 250-300 зерен. В зависимости от сорта.